Ну, что у нас там по затоплению? Ну, я считаю, что подготовились на все 100. Вот бумага из военного округа. Готовы выделить нам понтонные мосты. Этим проблему не решить. Ага. МЧС выделяет нам надувные плоты, надувные палатки. Вот. Я же вам говорю, да недостаточно этого. Речники дают там спасательные круги. Ну вот. Да ерунда все это. Дамбу строить надо. Погоди, Геннадий Петрович. Что у нас там еще есть? Есть. Вот. Письмо из Главного управления военно-морского флота. Они нам по бартеру подводную лодку выделяют. Угу. Ну вот. И волноваться нечего. Да все равно дамбу строить надо. И заливает каждый год, и деньги на нее 5 лет как. Ну, деньги уже сам знаешь, потрачены. Частично. Вот. Нет, не это. А. И вот. Так. Вот. Дамба нужна, дамба! Корабли-то у нас есть, МЧС выделила. И подводная лодка есть. Дамба! Палатки, проскочим. Ой, вода прибывает. Сергей Степанович, затапливает нас. Я сказал, без паники! Вот когда до этой точки дойдет, начнем и дамбу строить.